Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Сегодня приготовим изумительную ароматную куриную грудку и яркий пикантный салат. Для начала давайте подготовим куриную грудку, куриное филе. У меня здесь сразу много. Ну, конечно, это по желанию. У кого едоков поменьше, то можно поменьше сделать. Я отделяю малое филе от большого. Удаляю все ненужное. И я не нарезаю куриное филе слишком тонко. Мне нравится, чтобы оно было помягче. Поэтому вот я разрезаю вдоль пополам. И еще пополам. Вот такие у меня будут кусочки. Ну вот это филе совсем крупное. Я разрежу его на три части. И отправляю в миску. Куриное филе заливаем соевым соусом. На 8 штук понадобится 150-200 мл. И добавляем специи. Я добавлю копченую паприку, сухой чеснок и горчичный порошок. Можно изменить на обычную горчицу. Хорошенько все перемешиваем и даем промариноваться в холодильнике хотя бы ночь, а лучше оставить на сутки. Ну вот, мясо хорошо промариновалось, и теперь мы его будем сушить. У меня вот такая крутая сушилка от компании Gemlux, спонсора сегодняшнего нашего видео. Также можно приготовить мясо в духовке на решетке при 50-60 градусах и при открытой дверце. Понадобится примерно 5-6 часов. У меня сушилка инфракрасная, и понадобится на приготовление всего 3 часа. Вот такая красота в итоге получилась. Мясо очень ароматное, потрясающе вкусное. Можно тоненько нарезать и поставить на праздничный стол в виде закуски. А можно приготовить простой, оригинальный, но восхитительно вкусный салат. Зеленый салат нарезаем или рвем руками, выкладываем на тарелку. Нарежем помидоры. Свежие огурцы. Тоненько нарезаем половину луковицы. И измельчаем горсть грецких орехов. На салат выкладываем помидоры, огурцы и лук. Куриную грудку. И сверху посыпаем орешками. Для соуса берем 3-4 столовые ложки растительного масла, сок половинки небольшого лимона, чайную ложечку меда, слишком сладко не будет, не бойтесь. Посолим, поперчим и добавим чайную ложку зерненой горчицы. Хорошенько перемешиваем, лучше взболтать венчиком. Поливаем салат заправкой и подаем. Вкусный, сочный, пикантный, яркий салат готов. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.